Медучреждения Беларуси основательно укомплектованы специалистами. В прошлом году показатели работающих врачей без малого 96%, средний персонал 97%. Обеспечение сферы кадрами зависит от нескольких составляющих: зарплата, профессиональный рост, условия труда, наличие жилья и психологический климат в коллективе. В республике появится реестр детских лагерей. В базу включат юридические лица, которые создадут все условия для безопасного пребывания, будут соблюдать требования противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Жесткие меры направлены на борьбу со стихийными лагерями, многие из которых не оказывают качественные услуги по размещению и питанию. Беларусь лидирует в СНГ по количеству зарядных станций для электротранспорта. Всего в стране их около 1200. Основное количество создано госоператором. Также для владельцев электричек есть супербыстрые комплексы, где заправить авто можно за 10 минут. Планируется, через 6 лет в стране будет более 80 таких площадок. В Бобруйске на базе ТЦСОН Ленинского района реализуется проект «Забота по предотвращению деменции и популяризации здорового образа жизни». В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия. Также специалисты проводят встречи-беседы по вопросам ЗОЖ, профилактики потребления алкоголя, табака и никотиносодержащих изделий. С 21 по 23 июня в Бобруйске пройдут спортивные соревнования по пляжному волейболу. Битва состоится на базе профсоюзного санатория имени Ленина. В первый день с 19 до 23 будет организована дискотека под открытым небом, а также розыгрыш призов среди болельщиков. Начало состязания в 10 утра, вход свободный.